Потому и зажглись в темном небе яркие звезды, как однажды послал Бог на землю Сына Своего, чтоб себя проявить в полноте в этом времени позднем, чтобы в мире греха отражали мы вечерние огни. Я благодарю Тебя, мой Бог, что к жизни своей меня привлек, что вечность мне в слове обещал, Мессию ко мне послал, чтоб тайну открыть и проявить, Христа в моей жизни оживить, из бездны грехов меня извлек. Я благодарю, мой Бог. И родившись не в царских палатах, а в хлеву на сене, Царь царей к нам спустился на землю, великий, сильный Бог. Этот путь ради нас Он прошел, от рождения до смерти, чтобы в мире греха отражали мы вечерние огни. Я благодарю Тебя, мой Бог, что к жизни своей меня привлек, что вечность мне в слове обещал, Мессию ко мне послал, чтоб тайну открыть и проявить, Христа в моей жизни оживить, из бездны грехов меня извлек. Я благодарю, мой Бог. И нелегкий свой путь совершая здесь, славу преображаясь, мы несем благочестия тайны весть Христа, себе отражая. И верим, что ждет нас впереди тайное восхищение. Господь приготовил этот день нам благословение. Я благодарю Тебя, мой Бог, что к жизни своей меня привлек, что вечность мне в слове обещал, Мессию ко мне послал, чтоб тайну открыть и проявить, Христа в моей жизни оживить, из бездны грехов меня извлек. Я благодарю, мой Бог.